Детские куртки. Англия. Child Puff называется данная позиция. Так, комбинезон. Вот у нас самая первая вещь из этого мешка. Состояние отличное. Теплый флисовый подклад внутри. Вообще состояние очень хорошее. Так, все на месте. Далее, следующая куртка. Марки бренд Марк Спенсер. 12-18 месяцев, то есть получается год, полтора года. В хорошем состоянии куртка. Так, вот это классная вещь. 120 сантиметров указан рост. Теплый подклад флисовый. Это из «Холодного сердца», по-моему, персонажа, да? Или откуда это вообще? Красивая, хорошая куртка. Так, жилетка с капюшоном, мальчиковая. На 18-24 написали, то есть это получается на 1,5-2 года. Бренд New Look на 12-13 лет, тоже в хорошем состоянии. Посмотрите, катышек нету на резинке, резинка эластичная. Рукава, локти чистые. Так, еще одна жилетка, на этот раз уже девчачья. 11-12 лет. Мальчиковая куртка, флисовый подклад внутри. Теплый. Так, замок работает. 11-12 лет. Здесь указан возраст. В хорошем состоянии. Рукава чистая. Так, вот смотрите, на локтях тут есть небольшие дефекты. Сейчас проверим все остальное. Тут тоже, видите, вот незначительные дефекты. В целом состояние хорошее. Замочки работают? Работают. Так, следующая куртка у нас марки Марк Спенсер. На 5-6 лет. Эластичная резинка. Мешки примерно по 9 килограмм. Английские куртки, детские. Так, 12-18 месяцев получается на год, на полтора. В хорошем состоянии. Так, еще одна куртка. Мальчиковая. Не вижу только возраст. А, вот 4-5. Флисовый теплый подклад. Теплая куртка. Марка Next, 9-12 лет. Все работает. Состояние хорошее. Полтора-два года. Замочек работает. Тоже классная куртка. Бренд George. На 4-5 лет. Резинка эластичная. Но вот здесь есть брак, смотрите. Существенный брак. На 2-3 года. На год-полтора года. Флисовый подклад. Состояние хорошее. Так, не вижу возраст. А, 4-5. Написали 4-5 лет. Так, и последняя куртка из этого мешка. На 9-10 лет. 134-140 сантиметров указан рост. На этом все.